топ самых дорогих отелей Турции. Смотрим гостиницы на побережье Анталии. Пятое место. NG Facilis 5 звезд. Занял расположение в красивейшей бухте Кемера. Идеальное сочетание природы, воздух, шикарные а-ла-карт рестораны и приватная атмосфера. Четвертое место. Кулинан 5 звезд. Новый отель в Белеке премиум класса. Гостиница всего 2 года. Третье место. Риксос премиум Белек. Это самый лучший из сети Риксоса. Огромная территория, 500 000 квадратных метров. Это целый город. Бассейны, рестораны, бары, аквапарки. Второе место. Макс Royal Belek. И снова Белек. Здесь королевские масштабы отеля. Огромные номера, большая территория. Все продумано до мелочей. Первое место. И, конечно же, это Макс Royal Кемер. Здесь только приватное обслуживание. Целая улица а-ла-карт ресторанов с изысканной кухней. Сьюты от 100 квадратных метров. И все самое лучшее, самое лакшери. Считаете ли вы, что хороший отдых должен стоить дорого? Оставляйте ваши комментарии.